Хоба пишет, смотри-ка. Привет, с вами доктор Влад. Да не, я не буду по дорожке ходить, я сегодня позанимаюсь, а то он живот растет. И вам то же самое советую. Видать меня? Должно быть видать. Ох, тяжелая. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Уже хорошо. Это железные блины. Они довольно-таки тяжелые. Каждая по 20 фунтов. Это, ну, примерно 10 килограммов. Так, а здесь с каждой стороны по 15. Тоже ничего. Фух. Фух, нет, надо отдохнуть немножко и рассказать про мои занятия. Я одно время хорошо занимался, да еще бегал, я вам показывал ролики. А потом мне пришлось на пару недель прекратить. Я вам объясню почему. У меня брали кровь на предстательную железу, она показала что-то уж очень большой результат. Доктор сразу прицепил, у тебя рак, ну помните, я вам рассказывал. А я прикинул, они мне, у меня взяли кровь без предупреждения. То есть, даже после обеда. Вот, и, ну, я не знал, что будет анализ крови. И я решил во второй раз сдать кровь, уже хорошо подготовиться. Ну, во-первых, на пустой желудок я вообще только пообедал, а сдавал на следующий день тоже днем. Почти сутки прошли. Мало того, там 2 недели нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. И поэтому я не бегал, танго не занимался. И как результат у меня вот этот анализ очень хорошо прошел, резко снизилось. Вот так вот. Но, тем не менее, это хорошо, конечно, с анализом. Но я 2 недели как-то выпал из спорта. И вот сейчас потихонечку опять начинаю. Ага. Так. Стоит постучать. Низковато, конечно. Прямой в голову не получается. Но косой тоже, ну ничего, так, от пояса, как говорится, все равно хорошо. Еще у меня вот кресло есть здесь, опа, с ним тоже по-разному можно заниматься. Тут вот резиночки, хорошо вот для плеч, для грудной клетки. А, потом, я не знаю, видите вы или нет, тут есть такая фиговина, ноги тренировать. Опа, одна нога готова. А, видите, наверное, вот так вот здесь у меня, опа, падает. Падает. Опс, нормально все. Давно не занимался, я говорю, отвык. Ну, вот так вот просто. Бицепсы бедра. Хорошо. Опа. Класс. Так.
Опускаем. А, еще тут гантельки у меня где-то были. Да, давай с маленькими. С маленькими тоже хорошо. А чё я сижу-то? Можно встать. Да не, ерундовые, по 2,5 килограмма. Ну, для таких вот упражнений само то. Само то. Опа. Вперед. Просто размяться. Размяться. Хорошо. А, вот здесь гантельки посерьезнее. Эти железные уже. Ух! Ух ты! А ничего. А вот так вот мы сейчас плечи. Шрадди называется. Фух. Хорошо. Не упасть бы. А, вот у меня еще есть хорошая штука. Вот такая вот. А что-то головы-то нет. Ну вот, никакой разницы. Она удобна тем, что подкручивается. Можно посильнее, послабее. Хорошо. Так, сейчас мы это подвигаем. Так, а, вот еще, хорошо. Надо входить в форму доктору. Ай. Я курю на балконе, поэтому все время что-то подстужаюсь. Носом шмыгаю. Да ладно, это фигня. А вот уже хорошо. Вот на такой скорости. Опа! Самое то. Пока. С вами доктор. Вы скажете, а где же Мишка с Гришкой? Это вот они. Вот они, да. Они наблюдали. Просто камера их не захватывает. Да, Рыжуля? Ну, вот так. Рыженький сегодня. Звезда экрана. И Мишенька тоже, вот он. Миша серьезный мальчик. Да, Миша. Миша, ты серьезный? Давай я тебя почухаю. Почухаю тебя. Миша, да. Миша, Миша, да. Хороший Миша. Миша, Миша. А это чей нос? Это рыжий нос. Вот, Миша. Почухать немножко. Вот так, довольный. Хрю-хрю, Миша, хрю. Умница, умница. На, за уши потрепать тебя. Ну и рыженького заодно. Ему тоже нравится. Ну и все, пока.